Целых 6 лет мы выходим в эфир Первого городского канала, и никогда у нас не было своей студии. И теперь ProRemont решил сам себе построить ее. Своими руками. И этот выпуск мы решили вести втроем. Всем привет, в эфире ProRemont. Итак, что же нас ждет сегодня? Первым делом мы подсчитаем сумму, которую нужно потратить, чтобы мебелировать квартиру-студию. Далее расскажем все, что знаем о печном отоплении. После этого позаботимся о крыше над головой. Ну и, наконец, упрощаем жизнь, закрываем тему канализации в загородном доме. Так, студию построили? Построили. Ведущих нагнали? Все пришли. Но раньше-то мы что-то на объекте, если делали, сейчас надо придумать, что будем делать в студии. Я в студии никогда ProRemont не вел. Что мы здесь будем делать? Ребят, я все придумала за вас. Я нашла применение этой студии, этому столику и этому бокалу. Так что вы пока идите погуляйте, приготовьте следующие рубрики, а я все сделаю за вас. Окей. В эфире ProRemont. Как-то раз, одиноким томным вечером, я подумала, а почему бы мне из бокала не сделать светильник? Посмотрим, что из этого выйдет. Недолго думая, я зашла в интернет и нашла там трафареты для плафона. Взяла пару листов оберточной бумаги и, конечно, не забыла про главный атрибут – это свечу. Двойной скотч. Сэкономить на ночнике. Ну а как сэкономить и выгодно купить мебель, смотрите в следующей рубрике. Внимание, вопрос! Сколько нужно потратить средств на покупку мебели в квартиру-студию? А прямо сейчас вместе и разберемся в эфире ProRemont. О неповторимой эксклюзивной планировке говорят все, а вот о круглой сумме на нее уже в последнюю очередь. Сегодня докажем обратное. В студии, как и в стандартной квартире, должны быть гостиная, обеденная, спальная зона и кухня. Все это уместить в одной комнате помогает грамотная планировка, а не потратить на это целое состояние выгодные цены в магазинах мебели. Например, такая светлая кухня всего за 9800 рублей, а обеденная группа всего 9300. 43 500 рублей вы потратите на всю мебель в вашу новую студию. 8 сентября откроется второй супермаркет «Мебель Эконом» на Юго-Западе в честь открытия акции. Скидки 10% на весь ассортимент. Торговый центр «Народный», улица Кочкиной, 3А, на территории Коневского рынка. Ребят, мы же не только ремонтно-строительные работы рассматриваем в нашей программе, верно? Да. Верно. Все, что касается уюта, красоты, эстетики, тоже ведь должно быть. Предлагаю прямо сейчас сделать нашу студию немножко уютней. Окей, 5 советов уютизации пространства для всех. Поехали. Thank you.
По-моему, получилось неплохо. Кстати, следующая рубрика имеет прямое отношение к теме уюта. Такая же теплая, огненная. А впрочем, не буду ничего говорить, сами все увидите. Только печь сможет наполнить дом особым живым теплом и уютом. Хотите знать немного больше о печном отоплении? Продолжайте смотреть про ремонт. Печь как домашний очаг всегда была сердцем жилища. Ну а чтобы это сердце служило вам долгие годы, важно найти надежную печную компанию. Сейчас помимо традиционных конструкций в ход идут новые технологии. Готовые печи различаются по внешнему виду, принципу работы, используемому виду топлива и материалу. Металлические чугунные печи имеют свои преимущества. Быстрый нагрев помещения, компактность и мощность, отсутствие необходимости сооружать мощный фундамент, что значительно снижает стоимость всей конструкции. Цена уже готовой металлической печи с учетом монтажных работ ниже, чем стоимость традиционной из кирпича. Металл позволяет сооружать корпуса оригинальных форм и размеров. Такие печи идеально подходят для уютных маленьких гостиных и кухонь. Если речь идет о больших помещениях, то стоит остановить свой выбор на кирпичной печи. Главное преимущество в том, что кирпич прогревается медленно и равномерно, что обеспечивает поддержание оптимального для здоровья температурного режима и надежную защиту помещения от перегрева. Еще один этап установки печи – облицовка фасада. Как правило, в качестве материалов используется кирпич, талькохлорид, талькомагнезит, кафельная плитка, камень или изразцы. Ну а чтобы упростить поиск необходимых материалов, загляните в специализированный магазин печных товаров. Консультанты помогут в выборе печи, а команда профессиональных мастеров ее доставит и установит. Печар – это проектирование, дизайн, кладка, монтаж металлических и чугунных печей различного назначения и дымоходов. Комплектация объектов строительства. Бесспорное качество материалов и услуг. Печар – печи с душой. Улица Маклина, 77. Итак, в нашей студии появился старый стул. У Юры есть покрышка, кстати, тоже старая. И у Даши старый с антресоли чемоданчик. Так вот, в этой студии мы будем решать, что будем преображать. Ну а чтобы придать нашей программе больше интерактива, решать, какую именно вещь преобразить, будете вы с помощью социальных сетей. Там мы выложим опрос. Ну а это будет уже в другой программе. А пока смотрим следующую рубрику. Готовь крышу летом, а фасад тоже летом. Все о внешней отделке вы узнаете прямо сейчас. При строительстве дома важно грамотно подобрать материалы, что позволит продлить срок службы кровли и фасада. Есть много технологий и материалов для наружной отделки, и все они имеют разные характеристики и, конечно, стоимость. Материалов сейчас большое разнообразие. Один из самых популярных – это гибкая черепица. Такое покрытие гарантирует вам звуко- и гидроизоляцию. Но если ваша крыша имеет сложную форму, то этот материал идеально подойдет вам. Одним из относительно недорогих кровельных материалов считается металлочерепица. Экономичность этого стройматериала проявляется с учетом большой продолжительности срока его эксплуатации, который равен 50 годам. Благодаря уникальной структуре металлочерепица может использоваться в любом климате и при любой погоде. Ей будут нипочем ни снег, ни дождь, ни град. Ну а тем, кто всегда выбирает передовые технологии, понравится такой материал, как композитная черепица. Новое слово в кровельной индустрии. Видимая сторона покрыта гранулами натурального камня, создавая эффект натуральной керамической кровли. А специальная глазурь предотвращает осыпание каменной крошки, что гарантирует долгий срок службы. Если говорить об отделке фасада, то существует универсальный материал. Фиброцементный сайдинг. Он устойчив к любым явлениям окружающей среды, прост в установке и пожаробезопасен. Он не деформируется и обеспечивает отличную звукоизоляцию. Главный совет – не ищите самый дешевый материал, ищите качественное покрытие для вашего дома. Все это вы сможете найти в салоне кровли и фасада. Полное снабжение строительных объектов необходимым материалом, комплектующие для кровли, гидроизоляции, фиброцементный сайдинг и многое другое. Торговый центр «Загородный дом», Солнечная, 8В, телефон 74 74 33. Итак, мы продолжаем программу про ремонт. Забыли Андрюху Анфилатова. Так не звать же его сюда четвертым. Ребят, Андрюха сам съездил, все снял, смонтировал и подготовил следующую рубрику, которую мы с вами вместе сейчас и посмотрим.
Дорогие друзья, у многих из нас есть стереотип, что жилье за городом означает отсутствие элементарных условий. То есть вместо туалета выгребная яма, вместо водопровода с ведрами до ближайшей колонки. Но что, если мы вам скажем, что с помощью нескольких пластиковых емкостей и одного дня работы... Вы добьетесь уровня комфорта не хуже, чем в городской квартире. А? Вот об этом наша сегодняшняя рубрика. Поехали. Сегодня речь пойдет об автономной канализации и ее устройстве в загородном доме. Современные системы очень просты в монтаже и в то же время крайне эффективны. Теперь не нужно постоянно что-то откачивать, засыпать и так далее. Для начала внимательнее рассмотрим каждую составляющую. Эта емкость называется станция биологической очистки. Это получается входной коллектор, который идет непосредственно из дома. Это все попадает в первую секцию. Бактерии здесь образуются самостоятельно за счет подачи из дома органики и за счет аэрации воздуха, который непосредственно все перерабатывает в ил, и ил, соответственно, оседает в конусе этой емкости. Кстати, именно конусообразная форма не дает грунтовым водам выталкивать станцию на поверхность, а бесшовный корпус из литого армированного стеклопластика сводит деформацию под нагрузкой к нулю. Но функционирование станции невозможно без подачи воды. За это отвечает следующая емкость. Эта емкость у нас называется пластиковый кессон. Он ставится на скважину. Внутрь него не набирается ни вода, ничего. Там внутрь него просто стоит все оборудование. Из него просто идет труба в дом, и в доме идет дальше разводка по дому. Затем начинается трудоемкий, но интересный процесс. Кессон закапываем прямо над скважиной, а станцию биологической очистки рядом. Один из самых непростых этапов – это проведение трубопровода. Лучше всего это делать не в одиночку, а вот с таким помощником. Теперь остается лишь проложить трубы, закопать технологическое отверстие и сделать колодец с дренажной подушкой, который является завершающим этапом очистки стоков. Вода через естественный фильтр очищается практически на 100% и попадает в почву. Таким образом, какой-либо запах исключен. После завершения работ, а это не более одного рабочего дня, на поверхности остаются лишь 3 люка, которые можно расположить даже под парковочным местом. Если вы хотите автономную канализацию Sunny, то добро пожаловать в компанию Экослайф. Квалифицированная установка, срок службы более 80 лет. Всегда в наличии. Звоните 205-610. Ну что, ребят, у меня есть вывод. Выпуск мне очень понравился. Да что тебе-то? Главное, чтобы зрителю понравился. Кстати, о телезрителях. Если вы не успели посмотреть нас в эфире Первого городского канала, вот вам, пожалуйста, ссылочка. Здесь и повтор, и конкурсы от нас, и дополнительная информация. Свежие выпуски, как всегда, смотрите в 18:30 в эфире Первого городского канала. С вами был Проремонт. Пока-пока.